Привет, друзья! Сегодня будет лизун, один из лучших, с такими ингредиентами, как маска-пленка для лица, пена для бритья, любое жидкое мыло или шампунь, краситель, гуашь любого цвета и натрий тетрабанат, продается в любой аптеке. Маска-пленка для лица. Жидкое мыло. Пена для бритья. 4 штуки. Три, четыре. Теперь все это перемешиваем. Добавляем белой гуаши, потому что маска-пленка для лица была черная. Золотистой гуаши. Добавляем тетрабанат или любой другой загуститель. Можно использовать капли для линз. Видите, как начинает загустевать. Когда он совсем перестанет прилипать, он практически готов. Прилипает к рукам. Мы хорошо вымешивать нужно. Луч ПВМ супер сильный, он работает, этот способ. Наливаем полный тюбик. Добавим цвет, например, синяя гуашь. Добавляем тетрабанат натрия. Тетрабанат натрия, пару капель. Перемешиваем. Получается лизун. Можно сразу его достать. Разминаем. Единственный рабочий лизун — это вот клей ПВМ и тетрабанат натрия, который продается в аптеке. Действительно получается нормальный лизун.